Коробка с тремя щенками. У волонтера уже нет ни сил, ни эмоций, ни каких-либо слов на этот счет. Только недавно мы делали серию выпусков, наверное, про однодневных щенков. Они живут уже четвертый день, и мы каждый день показываем, как они живут, растут, питаются и так далее. И вот наступает пятый день, и очередная коробка под двери домашнего мини-приюта собаки Семашка. Оставили вчера утром. Уже даже ругаться у волонтера Марины Бельдяевой эмоций нет, как и сил тоже. Просто морально убивают подобные «благородные» в кавычках поступки. Вчера был шок у женщины. Проплакала хозяйка весь день, не хотелось даже ничего ни говорить, ни сообщать нам, друзьям, в блог. Сегодня уже отключила эмоции, вытерла слезы. Как говорится, слезами горю не помочь, и сходила с тремя малышами в клинику на осмотр. Благо, их можно отнести на ручках, а не ждать транспорта. Новые пополняшки – это две девочки и один мальчик. Ребята здоровые, с рук не слезают, значит, были точно домашние, и социализации особой никакой не потребуют. Щенкам уже 1,5 месяца, поэтому попробуем подарить им по счастливому билетику в ближайшее время. И второму шансу максимально быстро, ибо негде разместить, не на что содержать, и главное – найти время ухаживать и контролировать малышей у женщины попросту сейчас нет. Все время отымает и так огромное хвостатое хозяйство, так еще и 6 крошечных щенков, которые не выживут без ухода мамочки.